Иван, привет! Да, привет! Что мы сегодня будем готовить? Сегодня на вашей кухне я предлагаю приготовить семгу в стиле Веллингтон. Веллингтон – это блюдо английское, готовится оно из говядины в слоеном тесте, но раз у нас идет летний сезон, и нам нужно напитать себя витаминами, поэтому мы приготовим сегодня рыбку. Рыбы потребуется не так много, но посредством слоеного теста мы сохраним все полезные свойства, ну и сделаем хороший гарнир. Как это делать, я покажу. Использовать будем свежую семгу. Как ее выбирать, все знают. Конечно же, это цвет, это плотная структура, запах. Ну, если покупаем цельную рыбу, это ясные, немутные глаза. На гарнир у нас будут бланшированные овощи, ну, начнем мы с рыбки. Поэтому вы мне раскатаете слоеное тесто. Так вот оно, давайте, наша скалочка. Да, будем по-грузински, бутылочкой, семга. Из семги, как я и говорил, много для этого блюда не понадобится. Понадобится буквально 80 грамм. Это вот такой стейк. И рыбку мы немножко подмаринуем. Дальше, в середину нашего слоеного теста мы добавим сливочный сыр. Закрываем рыбку нашим этим тестом. И аккуратненько ставим на противень. 12 минут. Да. При температуре 180 градусов у нас все будет готово. Духовка разогрета. Возьмем молодые кабачки, болгарский перец и нарежем вот таким брусочком. Процесс бланширования заключается в том, что овощи тушатся в небольшом количестве воды. Добавляем сюда 3 столовые ложки. Опускаем овощи в воду с солью, с ароматным маслом. Это называется такое? Процесс бланширования. Да. То есть это и не жарко, и не тушка. И не тушение, да. Тушение. Да, это просто готовка на пару. Так, вода закипает, поэтому сливки ставим на паровую баню. Подушечкой выкладываем наши овощи. Получились два таких, я считаю, что очень вкусных, красивых блюда. Да, попробуем. И, да, у каждого своеобразный. Готовьте с удовольствием, да? Да. Экспериментируйте, угу. Радуйте родных, близких. Да. На кухне Гастон. Да, всем приятного аппетита.